информацию ничего. Какую-нибудь? Ничего. О цветах. Ничего не знаете, когда, в каком колор. Году? Да, колор. Триколор. Что нет. Означает, не знаете? Россия как-то возродилась, и флаг после 91 года стал снова российским. Помним, что при батюшке Петра Первого. А потом, потом. А потом уже... Ой, стыдно. Изначально касаемо флага, информация прежде всего, то, что флаг создавался Петром, и если брать именно российский флаг, создавался Петром Первым на корабль «Орел», собственно говоря, соответственно, ну, как родоначальник можно считать «Орел». 22 августа день флага, и мы понесем на площади флаг. Белый, синий, красный, три полосочки, все они пропорционально одинаковые. Вот. А почему флаг у нас такой? На самом деле флаг у нас должен быть другого цвета. Он изначально был флаг Российской империи. Черно-оранжевый, по-моему, какой-то еще. Вот. А это флаг у нас, по-моему, под этим флагом купцы плавали. Вот, за границу. И чисто случайно, фактически, у нас получилось, что такой флаг. Но его все любят. Вот, и я в том числе.